Что? Я проспала Новый год? Офигеть. Всем привет, ребята! Сегодня я начинаю снимать видео на новогодние темы. Да, потому что Новый год совсем скоро, уже через 7 дней. Сразу говорю, это видео я даже не планировала снимать, потому что я планировала снимать совершенно другое новогоднее видео. Но из-за того, что я заболела, у меня горло заболело, поэтому видео откладывается. Зато я снимаю совершенно другое. И как вы уже догадались по названию видео, я снимаю скетч. Да, но не простой, а именно новогодний. Не буду тянуть Деда Мороза за хвост, а мы поехали! Вот остался у меня только один шарик. Интересно, куда же его повесить? Может быть, сюда? Хотя нет, тут очень много игрушек, и уже синие есть. А может быть, сюда? А тут его вообще не видно будет. Даже не знаю, что с ним делать. Ладно, попробую еще раз. Опс. Ладно. Так что же мне просить Деда Мороза? Машину? Хотя нет, дороговато. Наверное, попрошу гироскоп. Я хочу гироскоп. Готово! Интересно, Даша будет писать мне сегодня письмо? В этом году письмо. Или она уже меня не верит? О, боже мой! И что будет? Что это такое? О, Даша, я хочу гироскутер. Сейчас! Будет ей гироскутер. Вот, пусть лучше русский язык учит. Что потом она мне написала правильное письмо, чтоб не получала больше двойки, и отлично. Так, отправить. Как же не отправить? Таким же самолетиком. Ну вот, полетел! Что это? С Новым годом, Даша. Русский язык? Ну спасибо, Дедушка Мороз. Что же мне в этом году подарить моей сестренке? Анфисе. Не знаю. Так, посмотрим, может у меня есть деньги. Нет. Придется подарить что-нибудь более дешевле. В этом году я намного болела. Поэтому гений помешает. Спрей. Спрей от кашля! Думаю, она будет рада. А что мне подарить своей сестренке? В этом году она довольно очень много болела, поэтому... может быть, я ей подарю что-нибудь дорогое? Хотя нет, денег у меня нет, поэтому я ей подарю градусник, чтобы больше не болела. Даш, это тебе! А это тебе? Что это? Я так понимаю, спрей от кашля. О, спасибо! Градусник! Я о нем мечтала! Новый год очень долго ждать. Я явно посплю, чтобы вот он быстрее наступил. Восемь часов спустя. Даш, вставай! Ты сейчас весь Новый год проспишь! Ладно, как хочешь. Думаю, я не поспала еще Новый год. Анфис,
почему? Я же где-то легла спать в 2, а сейчас только 3. Неужели я поспала так час? Какой час? Ну, вообще-то, Новый год уже давно прошел. Я тебя будила. Что? Я проспала Новый год? Офигеть. Так, будь Новый год наступил. Надо быстро-быстро отправить ему смс-ки с Новым годом. Так. Элис, Алина, Все, и последнее. Анфиса. Анфиса? Анфиса отправила? Нет, Анфиса, отправить. Даша написала. Даша, вот зачем мне надо было отправлять смс-ку, если ты могла мне просто прямо сейчас сказать? Ты же от меня в 2 метрах. Ой, забыла. Так, уже же Новый год практически, надо пора поздравить. Алло, Сбербанк, с Новым годом вас. Да, желаю вам счастья, здоровья и чтобы у вас было побольше денег. Так, теперь будем... звонить МТС. Алло, МТС, с Новым годом вас! Желаю вам побольше денег. До свидания. Так, кому же еще позвонить? О, Титинет. Вот. Титинет? Что? Интернет. Так. Алло, Титинет, с Новым годом вас! Желаю, чтобы у вас было очень много всегда Wi-Fi. Раздавали бы вы его бесплатно всегда. До свидания. Все, бесплатный Wi-Fi на телефон. Деньги на счет. И скоростной могущий интернет дома мне обеспечен. Уже канун Нового года, по близке надо украсть комнату. Ну, отлично, комната уже нарядная.